Детское радио представляет. Необыкновенные истории обычных вещей. Бабушка, ты знаешь, что такое два конца, два кольца, а посередине гвоздик? Конечно, это ножницы. А ножницы только такой конструкции? Или другими бывают? Например, с тремя кольцами или двумя гвоздиками? Мы, ножницы, бываем очень и очень разными. Вопрос в том, для каких дел нас используют. Если ты будешь шить одежду, тебе понадобятся портняжные ножницы. Если решишь подстричь деревья, садовые. Совершенно не похожие на те ножницы, которые есть дома у тебя, используют для стрижки овец. Конструкция напоминает латинскую букву «У». Концы выкованы в виде заостренных лезвий. Когда эти ножницы сжимают, лезвия сходятся, и шерсть, которая была между ними, отрезается. Между прочим, именно такими и были первые ножницы. Соединительный элемент между двумя лезвиями появился только в средние века. И как мастера только не фантазировали, ножницы могли быть в виде райских птиц, виноградной лозы или дракона. Нас делали из стали, фарфора, серебра и даже золота. Между прочим, некоторые разновидности ножниц имеют национальные особенности. Например, англичане изобрели ножницы для стрижки газонов. Французы – чтобы прорезать петельки при шитье модных платьев. Немцы придумали гигантские стальные ножницы, которые теперь используют спасатели всех стран при авариях на дорогах, землетрясениях и прочих катастрофах. Ими можно перерезать стальной трос, механическую конструкцию, открыть заклинившую дверь. А самые необычные ножницы совершенно не похожи на традиционные. На обыкновенную электродрель насаживается диск с тремя зубьями. И тогда резину, толстую кожу, линолеум, пластик можно резать со скоростью аж 20 метров в минуту. Значит, два конца, два кольца, а посередине гвоздик. Это не про все ножницы? Конечно, мой милый. Только в одном нашем доме нашлось сразу три пары, не похожие друг на друга. Маникюрные, портняжные, офисные. А на даче есть еще секатор, садовые ножницы. Они очень разные. Необыкновенные истории обычных вещей.